Запуск первой рыбы. Не решили запустить немножко карасей, посмотреть, как они будут себя вести, выживут, не выживут. Вот. И там уже пошел, так как пошел, травы пошел. Мало еще. Ага. Сейчас одна садит и будет одна стоять. Давай. Посмотрим, как себя будут вести. Будем подкармливать их, чтобы выжили. Все, вроде больше нет. 4 штучки было. Кто-то ушел. Вот первые карасики в нашем пруду. До него дошел, смотри его. Вон он, не видел даже. Вот, рядом вторая губа. Так, сейчас попробую снять. Маленький за большим пошел. Ушли. Угу. Эти думают. А, один остался уже. Один здесь, второй вон там. А, вон он здесь, камушек. Далек ушел. Камушек забился. Ну, посмотрим, выживут, не выживут, всплывут, не всплывут. До новых встреч. А вот, кстати, наш пруд. Покажу сейчас, как он разлился. Вода набралась за подлицо уже, все. Полностью залился. Чуть-чуть убрали горку. Трактор один день поработал. Разровняли. Ну, еще раз равнять и равнять, еще, наверное, дней 5, если не больше. Тут вот гуляют у нас гуси. Гуси. Плохо, конечно, что не выкладываю видео. Не имею такой возможности. Оба. Ничего себе. Головастик был. Лягушки уже пруд нашли. Вот. Здесь у нас гуни купаются. И вокруг пруда полностью тоже вода набралась. Сейчас сниму, покажу. Надо будет какую-нибудь растительность из других прудов привезти. Бросить, чтобы быстрее у нас процесс пошел. О, водомерки уже поверху гоняют. Берега немножко осыпались, сползли, ну ничего страшного. Вот вокруг острова полностью вода набралась. Жучки. Здесь, конечно, не так глубоко, потому что здесь камень. Экскаватор дальше не смог выкопать. Ну ничего. Посмотрим, как в течение лета себя пруд еще поведет. Ну, в принципе, сейчас уже 18 июня. Пока вода не уходит. Ну, будем наблюдать. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Если кому-то понравилось, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока-пока.